Привет, друзья, с вами Татьяна. Мы находимся с вами в Глобусе. Он в центре Киева, Украина. Сейчас мы пойдем с вами по магазинам. Идемте со мной. Здесь у нас кушают люди. Что-то вкусненькое, наверное. Зайдем с вами в Монтон. Здесь очень много базовых вещей и приличного качества. Так и везде здесь идут скидочки. 30 гривен, 31 евро, 1000 гривен такой стоит свитер. Бледно-розовая юбочка, 1900 гривен. Еще такой цвет есть свитера. Прикольный рисунок тут. Длинное пальто, пух, 6300 гривен. Такие 4800 гривен. Платьице 1400 гривен. Такая же блуза, 480 гривен. 560 гривен, симпатичный шарф. Смотрите, какой цвет красивый. 1080 гривен такое вот платьице. 1700 такое платьице. Брюки укороченные, 900 гривен такой рисунок. 1500 гривен такая вот юбочка. Складочка спереди. 1600 гривен такая вот юбка. А силуэта. И вот такая здесь одежда продается. Очень базовая. Брючки такие очень симпатичные. 4200. Такой пуховичок красненький. 3000. Вот такой расцветки пуховик. 960 гривен. На скидке вот такие вот белые летние юбочки. Очень красивый низ. Кто такое любит, можете зайти померить. 1100 вот такие летние тоже брючки. И есть еще вот такие расцветочки. Немножко с розовым. Такие более нежные оттенки. 2400 гривен вот такой необычной расцветки сарафан. Плохо показывать его, потому что он очень-очень длинный. Нашла вот коралловую блузочку. Модный цвет этого сезона, 750 гривен. И вот такого мятного цвета блузочка, 690 гривен. 750 гривен. Эти две блузы вискоза. И вот красная тоже вискоза, такая же самая цена. Очень симпатичный рисунок. Кто любит красненькое, можете померить. А вот тоже вискозная блузочка, тоже 669 гривен. Очень нежная такая расцветочка здесь, рисунок. А вот рубашка, клетка и цветы. 920 гривен. И вот такой свитер тоже кораллового цвета здесь в продаже. 720 гривен. 1800 гривен такая вот юбочка, почти солнцеклюш, очень широкая, хорошая. И эта юбка 1800 гривен. Очень интересный крой этой юбки, мне нравится. Базовое темно-синее платье 1800 гривен. Ой, 1900 гривен, извините меня. Очень темная. И такой же есть темненький пуховичок. 450 гривен шапочки. Такая вот шапочка 350 гривен. Шарфики есть. 600 гривен. Вот эта блузочка, правда, полиэстер. Расцветка прикольная. Девочки, коралловый цвет. Вот такая блузочка стоит 600 гривен.
Ой, ошиблась. 700 гривен. Такие вот пуловеры с вышивкой на рукаве. Базовые брючки здесь тоже стоят 700 гривен. Вот такие они. И такие вот пуховички есть с капюшоном, серенькие. И вот такие розовато-бежевые. Джинсы 780 гривен. Кстати, джинсы хорошие. 1000 гривен. Вот такие вот брюки в клеточку. 750 гривен. Девочки, здесь товары очень хорошо выглядят, достойно. Хоть и недорого. Есть и синтетика, и вискоза. А 790 гривен такая вот блузочка. 1700 гривен вот такое вот платье. 2700 такой вот пальтишко интересного кроя. Такие вот здесь карманы. Такой цвет. 880 вот такая вот блуза. Девочки, кому в офис нужна одежда, то вам сюда. 1600 гривен такой свитер. Вот такой можно лук составить. Подсматривайте, как одевают манекены, либо просто составляют луки в магазине, и вам это поможет. 570 гривен, такая вот блуза. 860, вот такая вот блуза. И здесь рукава интересная. 1200 гривен, такие брючки. Есть такая же юбочка, только коротенькая. 900 гривен, такие бордовые брюки, джинсы. Брюки с лампасами 1100 гривен. Еще вот такая есть расцветка в одежде, коричневая. Вот. Так это все выглядит. Жакеты, юбки в горох. Жакет 1800 гривен. Такой жакет 1600 гривен. Я вам показывала платье из такого же материала. Сейчас еще раз покажу. Вот видите. Но сейчас, по-моему, это не очень модно. Вот так вот платье, сверху такой же пиджак. Как вы? Напишите мне. Вот базовые брючки, а пиджак вот с таким отворотом интересным, цветным. Вот так это выглядит. Пиджак стоит 1900 гривен. Вот такие брючки. Приятный очень цвет. Пиджак 1900 гривен, а брюки 880 гривен. 1439 такое вот серенькое платье, халат. Вроде бы ничего особенного. Ну вот такой рукавчик здесь. Черное пальто с разрезами на боку 3100 гривен. 1300 вот такое вот платьице. И вот такая хорошая курточка, мне нравится, с капюшоном. И очень модный цвет в этом году. И модный желтый, 500 гривен. И такой гольфик есть. 1080 гривен, такие вот свитера с пингвинами. Это 33 евро. И такие же шапочки здесь есть с пингвинчиками. Свитерочки прикольные. 850 гривен такая вот рубашка с вышивкой. И юбка 1800. Она темно-синяя. И так это выглядит этот вот наряд. В офис такой строгий дресс-код можно соблюсти. И такие вот блузочки 570 гривен.
и юбочки внизу, кружево очень широкое. 1980, вот такое вот платье. И вот такие наряды здесь продаются. Как вам, девочки, ассортимент этого магазина? Расскажите мне, напишите под этим видео. 4500, вот такой вот пуховик с вышивкой. Вот, и другой еще цвет есть. Сейчас покажу, как они выглядят сзади. Капюшон. Вот такой нежный цвет. И вот такие базовые вещи тоже здесь продаются. 2600, вот такое вот платьице. Ну вот, друзья мои, такой у нас магазин есть Мантон в Киеве. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, вам не трудно, а мне приятно. С вами Татьяна, пока-пока. До новых видео, друзья, будьте здоровы, пока-пока.